Филипп, я партнер в строительной компании «Инева». Пришел с внутренней задачей получить ответы на вопросы, а можно ли делать структурно дизайн, архитектуру и стройку. Оказывается, что можно. Очень полезная история, помогает настроиться и синхронизироваться с нынешним состоянием рынка. Радует, что есть свет в конце туннеля, что все не просто так, что есть люди, разделяющие твою позицию. Станислав один из таких людей, это отлично. Мне было интересно, и дальше я точно буду в команде Станислава делать прикольную штуку. Мозг структурировался, идеи наслаиваются. Я думаю, что это будет только начало сегодня. Это классно. Из строительной компании сейчас мы активно думаем о том, что нам нужно проектное направление. Вообще мы пытаемся выстроить там определенную экосистему, где клиент, заказчик будет, по сути, решать там весь спектр вопросов по ремонту, отделке от архитектурного проекта до непосредственно ключей в конце и в итоге. И, в принципе, мы озабочены проблемой внутреннего хаоса во взаимодействии с архитекторами там, в определенных наших внутренних процессах. И основная задача у нас сейчас – это структурирование процессов, взаимодействия, безусловно, во благо клиента, потому что клиент, по сути, сейчас получает сложную историю, много всяких подрядчиков, между собой не всегда сговорчивых. Мы хотели бы, конечно, выстроить бесшовную модель, где клиент получает всю цепочку. Да, безусловно, платит за это, но зато и получает определенные гарантии результата. Сейчас это, наверное, по большей части не так. Не у нас, не у наших конкурентов, не в принципе на рынке. Поэтому мы хотим базово выстроить систему, при которой клиент будет чувствовать себя гораздо комфортнее, чем сейчас. И, по сути, за этим глобально я и пришел к Станиславу, для того, чтобы мы смогли вместе попробовать выстроить такую историю. Обсудили со Станиславом логику работы дизайн-студии, необходимость ее надстройки в нашей концепции строительной, механизмы, которые позволяют нам стать более системными, всю цепочку проговорили, и, в принципе, есть определенное видение, как улучшать. Уйду за этим, как раз с этими мыслями после нашей интересной встречи. Я рекомендовал бы прийти к Станиславу любому человеку, который имеет отношение к архитектуре и стройке, больше к архитектуре в первую очередь. Нам очень не хватает осознанных архитекторов со своей полной системой. Мы переживаем о том, что таких людей практически нет на рынке, и было бы очень круто, если бы Станислав помог нашему рынку стать чуть более системными, логичными, и мы, как строители, нам бы стало гораздо проще жить и делать счастливыми наших клиентов. Я хотел бы пожелать, на самом деле, аудитории то, что все вот эти наши штуки и наши проекты внутренние, которые мы сейчас придумываем, они, конечно, должны делать жизнь лучше. Вот мне кажется, что если индустрия наша станет чуть системнее, то и наши клиенты станут чуть веселее, им будет чуть лучше, и они будут себя чувствовать гораздо комфортнее, чем сейчас.